Сегодня в Бахчисарайском районном суде состоялось рассмотрение жалоб на бездействие Следственного комитета по Бахчисарайскому району и отдела Министерства внутренних дел по Бахчисарайскому району. Ранее мной подавалось заявление о преступлении в Следственный комитет. Однако Следственный комитет не принял соответствующих мер реагирования на данное заявление. Таким образом, мной были поданы жалобы в суд на бездействие Следственного комитета и отдела Министерства внутренних дел. В судебном процессе мне стало известно, что прокурор своим решением отменил постановление отдела Министерства внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела и вернул материалы дела на новую проверку. Ханский дворец единственный в своем роде. Он является памятником дворцовой культуры крымских татар. На мой взгляд, происходит затягивание процесса выявления истины по данному делу, и это дает повод для различного рода спекуляций. Однако это нас не останавливает. Проблема реставрации ханского дворца является народной проблемой. И мы видим, как народ реагировал на это, выходя на одиночные пикеты и выражая свое мнение по данному вопросу.